На трибунах спорткомплекса «Олимп» в минувшую субботу был настоящий аншлаг. Встречали здесь гостей не только из уголков Тверской области, но и спортсменов из Москвы, Дубны и Тулы. В нашем городе соревнования такого масштаба впервые прошли весной. И вот после летнего отдыха спортсмены с удовольствием вернулись на Конаковскую землю. Организаторам соревнования есть чем гордиться. Наш город становится спортивным центром настольного тенниса. И мы будем стремиться к тому, чтобы как можно больше соревнований разного масштаба проводилось на территории нашего города. Пользуясь случаем, наградили лучших спортсменов, которые представляют Конаково не только в настольном теннисе, но и в других видах спорта, а также преподавателей, благодаря которым спорт так популярен среди наших жителей. Много слов благодарности звучало в адрес спонсоров, которые принимают активное участие в спортивных мероприятиях. Состоялась и церемония награждения самых маленьких теннисистов открытого турнира. С напутственным словом выступила президент Федерации настольного тенниса Тверской области Ирина Борисова. Я желаю вам удачи, побед, и чтобы вы учились у своих сверстников и помогали младшему поколению. Удачи! На победном пьедестале не так уж много конаковских спортсменов. Связано это с тем, что долгие годы настольный теннис должным образом не развивался. Но побывав на соревнованиях такого уровня, который проводится именно в нашем городе, можно с уверенностью сказать, что победа наших игроков еще впереди.